Привет! Сегодня я приготовлю простое и вкусное блюдо – минтай с овощами. Минтай относится к категории нежирных рыб семейства тресковых, поэтому достаточно активно используется в диетическом питании. Содержание жира в его мясе всего 1 грамм на 100 граммов продукта, а вот белков очень много – 16 граммов. Калорийность филе минтая очень низкая, всего 70 килокалорий. К тому же у минтая демократичная цена. Итак, размораживаем рыбу, берем форму, смазываем ее маслом, выкладываем в форму любую готовую овощную смесь, лучше в которой нет картошки. Добавляем бальзамический уксус. Рыбу обваливаем в специях, сбрызгиваем лимоном, выкладываем форму к овощам. Разогреваем духовку до 170 градусов, ставим форму на 20 минут. Готово!